Всем привет, ребят. Ну что, докачал я Джина до 10 силы, апнул его, и сейчас мы сделаем такой небольшой обзорчик на эту имбу. Да, ребята, это действительно имбовый герой, как по мне, очень универсальный, очень интересный, особенно в командах бояк за кристаллы. Он реально будет крутой. На десятке, как видите, он дает отхил по 100 в секунду. Дружественным героем это реально очень круто, то есть это еще как сап, это как пэм, который от урона, а этот просто даже пассивка, то есть это пассивка, то есть не надо там никакого урона, он просто раз в секунду будет добавлять, и плюс подтягивает себе одного героя. Ну, как по мне, это очень круто. Поехали, посмотрим, что с этого у нас получится. Ну, как видите, жизни у него довольно-таки немало, как танк. Вот так вот, минус один. Надеюсь, я потом смогу уже как-то вывести, чтобы нормально с планшетика стрима делать с вебочкой. Ничего не лагало. Ну, походу, это будет не скоро. Так, так вот, еще разок. А, не дотянули. Вот как видите, надо для руки вот этой, которая подтягивает, хорошо еще просчитывать, куда побежит вражеский герой, либо жать как автопрок, оно в принципе тоже точно так же работает. Смотрите, тык-тык-тык, и все, у меня нет, я выжил, отлично. Ну, урона, конечно, в принципе, у него неплохо так. Ну, не знаю, не сравнится он, конечно, со спайком по имбовости. Ну, а так мне очень нравится. Смотрите, что делает. Вот видите, плюс 100 отхил идет. Ай-яй-яй. Выжил. Вот, видите, имбушка. Вот по 100 хилит. Вообще четко. Звездного игрока получили. Джин. Как по мне, ну реально очень интересный универсальный персонаж у нас появился, скажем так. Поехали еще разок. Ну вот так вот, конечно, бегать танчить им не получается. Видите, все играют джинами, качают. Пупки поднимают. Надо себе поднять 7к уже. И что-то я засиделся. Что это у нас тут, бочка? Смотрите, что делает. Он просто пупчик. Бедная бочка. Сейчас попробуем подтянуть. Жесть. Жизни, я вам скажу, как-то немаловато. Бочка все никак не успокоится. Дэрил. Вот видите, плюс 100. Ну, пам, конечно, больше отхила, но я не знаю, надо будет потестировать пам, найти десятку и его, они вместе должны нормально тащить. Вот смотрите, как хорошо. Так, я ему туда побежал, ай. Блин.
посмотрите, как. О, ничего себе, красавчики. Так, пробуем сейчас подтянуть, они сейчас проход пойдут. Вот, смотрите. Не, не получилось у нас. Ну, в общем, вот так вот. То есть, как видите, по управлению он, в принципе, довольно-таки неплохой. Плюс у него идет удар, потом он рассеивается, если не достигает цели, и бьет всех вместе. То есть, как бы, это реально очень круто. Сейчас потестируем его еще на других локациях. Так, в принципе, очень-очень даже ничего. Так, давайте здесь потестим, посмотрим. Все зависит, конечно, опять же, от карты. Какая у вас будет карта. Так, напрямую бегать. Слили просто тупо. В принципе, для него эта карта должна быть неплохая. Сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. Давай, 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 давай. Вот так вот, минус один сделали, и меня сразу же минус нули. Сейчас я вам это все запомню. Вот, минус один. Вот видите, рука только по прямой действует, то есть тут есть нюансы. Это, в принципе, наверное, нормально, потому что если бы он еще позонально забирал, то это было бы реально очень жестко. Смотрите, минус один. Еще минус один. Вот так вот. Тащит. Вот так вот подтягивает. Ну что, как вам? Как по мне, очень прикольно. И если будет нормальная пачка с танками, я думаю, реально он там офигенно зайдет. На свиду спам. Ой, точнее, Пайпер, Абрипан. Вот так вот. Ну, сюда прилетело. Как видите, довольно-таки интересный персонаж, которым хочется играть. Смотрите, что. Оп-оп. Вот так вот. Затащили. Хорош. Так, что там у нас за плюшечка? Поехали дальше. Ну, в таких локациях, я не знаю, это надо карту, это надо научиться играть. Как вы знаете, я играю только там месяц, даже меньше, поэтому я еще не умею ими полностью хорошо играть, но всему свое время. Тоже как я. Смотрите, как отлично. Ну давай, Бо. Да. Ай-яй-яй, чуть-чуть.
Запарил уже, я уже все, я уже хватит яйца побежали. Ничего себе. Оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй, убили его. Так, бу. Тихо там. И смотрите, чик. Подтащили. Вот. Вот вам. Самый основной, наверное, плюс от этого героя. Ну вот так вот. Не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну, как по мне, это реально очень. Универсальный, интересный, нестандартный герой. Если там Шелли отбрасывает, или как его там, да, по-моему, своим умением на десятки, то этот наоборот притягивает. Это реально очень круто. Ну тут, я думаю, вряд ли на этой расте он будет тащить. Как немножко не то для него. Обидно, что оба порезали пассивку его. Реально крутая пассивка. Ну, как видите, долго он бьет. Дучки, поэтому. Если я спайка могу за раз разбить там 200, либо той же самой Шелли. Тут, конечно, приходится 5 ударов делать. И это печально. До свидания. Дракула, ты чё решил мои забрать? Так, надо убегать отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Накажите его. А, чуть-чуть не хватило. Не знаю, мне нравится. Мне нравится Спайк, мне нравится он, Леон, там, не знаю, что-то Кроу мне не понравился, Ворон, что-то не зашел так аж сильно прям. Вот Тара тоже нравится. Так, поехали еще здесь, потрошуем немножко. Сейчас, наверное, сольемся. Пара, конечно, хороша. Давайте тащите. Ну, видели, как меня подтащили. В принципе, он плюс Тара. Очень прикольная тема может быть. Либо же Шелли и Булл, и он, который будет подтягивать героя. Вот можно так бежать, бежать и офига себе подтащит к себе, ты нифига не сделаешь. Смотрите, почти вынес. Ай-яй-яй. И тут, да, тут мы уже ничего не сделаем, к сожалению. Меня подтянул Савчик. Подтянул и сам слился. Да, жалко. Ну, в принципе, кубки не пропадают. Особо там в большом количестве, так как он мелкого левела, поэтому можно тестировать его.
Поехали обратно. Посмотрим, что у нас тут получится. Надо будет всех хотя бы переводить на 300 кубков. Заняться этим. Решила со мной поиграться, что ли? Ну давай поиграемся. Смотрим. Ай-яй-яй-яй, смотрите. Ай! Обидно. Ну, видите. В чем плюс от ПМ? Она может еще хилку поставить хорошую. Вот так вот. Вот такой вот, ребят, герой. Пишите комменты, подписывайтесь, лайк.